Перед началом работы форума с приветственным словом к участникам обратился Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что вера всегда формировала нравственные ценности народа, но прийти к ней каждый человек должен сам. Нельзя заставить себя верить, друзья, но и нельзя заставить верить наших детей. Поймите меня правильно, собственным примером, только собственным примером мы сможем привести их к вере. Они просто за нами пойдут. Вот я даже не помню, сколько было мне лет, когда отец привел меня в храм. И не могу даже вспомнить. Но он ходил в храм и меня с собой приводил. Отца нет, но я хожу в храм, и дети мои тоже ходят в храм. Просветительский форум на Кубани проводят каждый год. Сегодня одной из основных его тем стало духовно-патриотическое воспитание молодежи.